друзья, всем привет, с вами Снавайс, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора – новейший камерафон от компании Tecno в линейке Common. Tecno Common 34G. Несмотря на то, что это младший телефон в линейке, он получил неплохие возможности фото и видео. И да, это камерафон, пускай и младшего класса. Это телефончик, который продается примерно за 20 тысяч рублей. А именно за эти деньги вы можете купить его в интернет-магазине Play.ru, которые любезно предоставили мне его на обзор. Там же можно купить большое количество электроники и бытовой техники по самым низким ценам, так что если подыскиваете что-то новое, проходите по ссылочке в описании. Комплект поставки вполне себе традиционный для большинства телефончиков Tecno. Вы получаете кабель Type-C, в данном случае довольно-таки мощную зарядку 70 Вт, чехольчик, и он не ТПУ, а пластиковый. Также здесь будет пленочка на экран, да, компании Tecno всегда заставляет покупателей наклеивать самостоятельно. Ну и плюс здесь будет набор различной документации, гарантийный талон, руководство пользователя и так далее. Телефончик предлагается в разных цветовых решениях. Темный, есть такой белый под мрамор и плюс вот такой вот золотисто-песочный. Он так и называется Sand Brown, то есть коричневый песок. И здесь у нас фактура тыльной стороны напоминает даже не эко-кожу, а скорее замшу, либо же даже алькантару. Очень бархатное, приятное покрытие. Ну и традиционная фирменная черта и дизайнерский элемент Common'ов этого года – это вот такая вот выемка, вырез. Но в данном случае она плоская. Ну и если посмотреть на тыльную сторону вот таким образом, то действительно очень похожи на камеру, на фотоаппарат. Здесь у нас и вспышка расположена, и а-ля лампочка такая, которая демонстрирует светодиод, что включена видеозапись, ну и вот такой вот большой блок камер. Несмотря на огромный такой круглый модуль, по сути модуль здесь у нас один, но он неплохой. 50-мегапиксельный с оптической стабилизацией. Ну и два других глазка — это датчик глубины и линза искусственного интеллекта. Фронтальная камера здесь тоже неплоха, на 50 мегапикселей. У нас, естественно, корпус весь изготовлен из пластика. По периметру тоже пластик, но очень приятный, матовый. И в отличие от предыдущих камонов, где был глянец, здесь, скорее всего, вот этот вот кант царапаться не будет. С правой стороны у нас кнопка включения клавиши регулировки громкости. С левой стороны SIM-лоток, но в данном случае, к сожалению, он не поддерживает карты памяти SD. Это только SIM-лоток. Снизу у нас динамик, Type-C, микрофон и 3,5 мм, чему я несказанно рад. Очень здорово, что этот разъем здесь есть. Ну а сверху мы видим микрофон шумоподавления, динамик и инфракрасный порт. Телефончик получился очень легким и тонким. В толщину он 7,7 мм, а весит 189 грамм. Это несмотря на то, что здесь полноценный 5000-ный аккумулятор и большой экран 6,78 дюйма. Это AMOLED-матрица Full HD Plus 120 Гц. И посмотрите, насколько тоненькие здесь рамочки. Самсунгу бы поучиться. Здесь у нас установлена свежая оболочка iOS 14 версии на базе 14 андроида. Ну а с точки зрения технических характеристик, здесь все довольно-таки прозаично. Это уже набившая оскомину Helio G99, но правда с приставкой Ultimate, которая здесь, ну, абсолютно ничего не значит. Это маркетинг по сути. Ну и 8 гигов оперативной памяти и 256 гигов внутреннего хранилища. Есть еще версия с 12 гигами оперативки, но, честно говоря, для устройства недорогого, не самого мощного, 8-12 гигов вы в любом случае столько оперативки не забьете. Здесь у нас оболочка iOS, которая очень неплохо настроена, очень неплохо оптимизирована. Здесь огромное количество различных настроек, разных фишек. Имеется искусственный интеллект, переводчик Ella. Есть спецфункции.
Есть специальные функции типа Dynamic Port, плавающих окон, смарт-панели, игровой режим. В общем, действительно, оболочка прогрессирует и получает какие-то новые фишечки и настройки из версии в версию. Здесь у нас очень неплохая яркость на уровне 1000 нит в автоматическом режиме, ну и на улице можно комфортно пользоваться даже в солнечный день. Что касается шим, здесь никаких вопросов нету, на максимальной яркости в районе 11% мы получаем. Если снизить до 50%, то здесь будет в районе даже уже 8%, ну и если опуститься вниз, то мы получаем в районе 22%, что опять-таки в любом случае очень здорово. Ну а что касается яркости, то в помещении в авторежиме мы получаем примерно 730 люкс, ну или же 730 нит, как угодно. Ну и повторюсь, производитель заявляет где-то в районе 1000 при авторежиме на улице, так что никаких вопросов у вас точно не возникнет. Имеются различные настройки, можно выбрать яркие цвета, оригинальные, немножко выбрать цветовую температуру, частота обновления экрана 120, 90, 60 и авторежим, что приятно, здесь есть промежуточные значения. Ну и с точки зрения производительности здесь никаких вопросов, собственно говоря, ну и никаких сюрпризов нет. Несмотря на приставку Ultimate, это все-таки стандартный G99, и баллы, которые он получает в Antutu, опять же такие среднестатистические стандартные. Примерно 435-440 тысяч в Antutu. Процессор позволяет чувствовать себя комфортно во всех игрушках. PUBG, Call of Duty, Standoff, Asphalt на высоких. Honkai Rail и Genshin на низких, но с хорошим FPS. И телефончик очень неплохо себя ощущает в тротлинг тесте, практически не греет, что, собственно говоря, хорошо видно. С максимальной производительностью 214 гипс. Вообще за G99 уже сложилась репутация очень холодного процессора и при этом с довольно неплохой производительностью. В Geekbench телефон набирает более 500 баллов на одну игру, чуть-чуть не дотягивает до 1800 на все 8, опять же это стандартный результат для G99. Внутренний накопитель здесь стандарта UFS 2.2, скорости не самые высокие, но неплохие, в районе 1000 что на запись, что и на чтение. С точки зрения модулей коммуникации здесь полный джентльменский набор, два диапазона Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.2 и NFC. Я был подключен к роутеру по 5 ГГц, 500 Мбит выдает мне провайдер, я получаю в районе 300. Ну и что очень порадовало, это модуль GPS. Супер высокой точностью 1 метр, поле зрения 51 спутник, 28 в использовании. С таким большим и сочным экраном можно комфортно пользоваться GPS без всяких проблем и с высокой точностью. Автономность здесь тоже на уровне, примерно 1,5-2 дня в активном использовании. Но, в общем-то, Helio G99 всегда был довольно экономичным процессором, ну и плюс аккумулятор здесь неплохой, да и AMOLED-экраны тоже экономичнее, чем IPS. Ну а с помощью зарядного блока, который идет в комплекте на 70 Вт, заряжается этот телефончик менее чем за 40 минут. Звук тоже меня порадовал, здесь у нас довольно громкие стереодинамики с очень приятным таким насыщенным звучанием, причем чувствуется довольно неплохо как серединка, так и высокие частоты. Но понятное дело, что низов не хватает, все-таки это недорогой телефончик, ожидать басовитости не приходится, но тем не менее звучит телефон громко, звонок вы не пропустите, смотреть киношки, играть в игрушки, да и даже музыку послушать можно комфортно. Ну а кто любит слушать через хорошие проводные наушники, тоже будут довольны, 3,5 мм здесь имеются. В общем, за динамики можно тоже сказать большое-большое спасибо. Техно в очередной раз порадовал.
С точки зрения камер, а здесь у нас направленность модели Common именно на фото возможности. Видео, конечно, тоже, но в первую очередь именно фото. И здесь меня в принципе все порадовало. Фронтальный модуль на 50 мегапикселей позволяет делать неплохие детализированные кадры даже в помещении, но правда немножко приглушает цвета и немножко не угадывает с балансом белого. Но по детализации у меня вопросов нету. А вот основной модуль в принципе неплох и в помещении с недостаточным светом позволяет делать очень неплохие кадры с минимальным количеством шумов. А вот когда выходишь на улицу, здесь совсем другое дело. Основной модуль раскрывается в полный рост, позволяя делать очень классные красочные фотографии. Несмотря на отсутствие телевика, вы можете делать фотографии с двухкратным цифровым приближением без потери качества. Да, понятное дело, они будут не настолько резкими, насколько обычные, но тем не менее воспользоваться ими можно. Ну и фронтальный модуль на улице уже фотографирует лучше, с более правильными цветами и балансом белого. А в общем и целом это действительно камерафон. Да, недорогой, да, это уровень не флагманов, да, фотографии. Но опять-таки для телефона за 20 тысяч рублей вы получаете действительно шикарное качество фото с оптической стабилизацией. Что касается видео, здесь тоже все порадовало. 2К30 как на основной, так и на фронтальный модуль. Есть возможность снимать и Full HD. Причем есть как оптическая стабилизация во время записи видео, также можно включить и ультрастабильный режим, но правда уже только Full HD. Давайте посмотрим на примеры видео и будем резюмировать. Common 30 в этом году обзавелся оптической стабилизацией даже в младшей версии. И это действительно решает. Картиночка получается очень плавной. Запись видео ведется в форматах вплоть до 2К 30 кадров в секунду, либо же Full HD 30 и 60. В формате 2К 30 работает у нас оптическая стабилизация. Ну а если вы хотите ультраплавную и стабильную картиночку, можно включить специальный режим, но он будет лимитирован у нас только Full HD. Ну и в принципе, вы знаете, получается очень классно, как мне кажется. Есть цифровой зум. Понятное дело, что это не телевик оптический, но тем не менее он не очень сильно ухудшает качество картинки, и при желании воспользоваться им можно. Но в общем и целом то, что я вижу на экране смартфона, меня очень радует. На фронтальную камеру, опять же, вы можете снимать вплоть до 2К30. Именно так сейчас и снимаю. Но есть и Full HD 30 и 60. Здесь уже у нас работает электронная стабилизация. Картинка уже будет не настолько плавной, насколько на основной модуль. Но опять-таки, если идти не спеша, никуда не бежать, то вы получите довольно плавные кадры. Очень хорошая детализация, но, как мне кажется, немножко алгоритмы картиночку делают излишне резкой. Наблюдается так называемый перешарп. Это хорошо видно на волосках бороды. Вот. Кому-то может показаться, что о, резко, круто. Но на самом деле это далеко от реальности, и картинка такой, конечно, быть не должна. Common 30 этого года это действительно камерафон. Да, он формально получил железо мощнее, чем в прошлом году, ведь Common 20 был построен на базе G85. Но, честно говоря, данный телефончик нужно сравнивать все-таки с прошкой прошлого года, которая была построена на базе G99. И, в принципе, здесь, если сравнивать их, то изменений-то уж и не так чтобы и много. Опять-таки, если прошлогодняя версия 5G продавалась чуть дороже, чем 20 тысяч рублей, то в этом году 5G версия продается дороже 30-ки. Так что получается, что народным Common этого года будет именно эта версия. Обычный Common 30. И телефончик неплох. Если для вас в первую очередь важно качество фото и видео, а не игровая производительность, телефон вам точно понравится. Он обеспечит очень живые фотографии и очень неплохие плавные видео с хорошим звуком. Ну а вы
вы обязательно пишите в комментариях, как вам этот телефончик. На сим я буду заканчивать. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!